25 февраля 23 года. Гальяновский парк. Суббота масленичная. Завтра последний день масленицы, прощённое воскресенье. Это занесённый снегом Гальяновский пруд. А вдалеке виднеются масленичные арочки весёленькие. В сквере еще все занесено снегом. Зима-зима. Растенится под снегом. И только виднеются красненькие мини-яблочки на яблоньках, которые весной расцветут розовыми цветами. Декоративный сорт такой. Ребятишки отправились веселиться внутрь крепости. Там разные карусели и лев встречают. Народу не очень много. День хоть и выходной, но какой-то ветреный, пасмурный, снежный. Но ребятишкам-то все равно. Они веселятся по-своему. Взрослые любуются, играются ребятишками. Можно попить кофе, чай с блинчиками. Прикупить сувенирчики. В общем, есть чем заниматься. Даже собачки здесь весело. Любопытная такая. Можно пофотографироваться в фотозонах. Тут еще и кадук есть. И сейчас здесь лед берут, очищают. Потом можно будет взять коньки в прокат и покататься бесплатно. А пока что ребятня наблюдает сверху, как идут мастер-классы кулинарные. Здесь каждый день кулинарная программа. Вот, и делаем их с припёрком. Так,
так раньше вообще изначально не было пчелицы, и пчелицы сами по себе не сели. А здесь торговый павильон, ярмарочный такой, работает во время фестивалей, и масленицы тоже. Но тут рыбки искусственные, декоративная мельничка, много разных цветочков искусственных. Ну и ряды с медом, чаем. Разных сортов конфетками. Ну, я ничего не покупала. Так потихонечку покажу. Цветочки в горшочках тут искусственные. Декорации. Ну, симпатично. Вот какой-то кустик экзотический. Искусственный, опять же. Шит вечно зеленый кустик под снегом на улице. Ну вот, нагулялись, наигрались, двигаемся к выходу мимо памятника затонувшим кораблям. И мимо нового храма священномученика Ермогена. Еще стройка не закончена здесь до конца.